Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодняшнее видео – это видео 2 в одном. Это грандиозная распаковка от интернет-магазина Grand Stock и невероятное превращение ночной сорочки вот в такое красивое платье. Ну и или в королевскую сорочку. Так что, кому интересно, кому нравятся такие идеи переделки, кому нравятся распаковки, кому нравится получать скидки, оставайтесь, будет интересно. Итак, интернет-магазин Grand Stock. Все мы знаем, что это ивановские товары. И у меня с этим интернет-магазином сотрудничество. Я уже не первый раз заказывала товары в этом интернет-магазине и всегда оставалась довольной. Но сейчас интернет-магазин растет, меняется к лучшему. И я хочу для вас донести, что в интернет-магазине сейчас можно сделать заказы с любого удобного для вас устройства. Телефон, планшет или компьютер. В Grand Stock более 15 тысяч товаров одежды и также домашний текстиль. И заметьте, 2000 товаров всегда участвуют в акции с 50% скидкой. Но я хочу вас обрадовать, мои дорогие зрители, гости канала, что для вас Grand Stock предоставит скидку в 15%, которой можно воспользоваться один раз. Ну, мы знаем, как один раз вы можете подключить своих родственников и, конечно же, получить товары с 15% скидкой. Все оставлю в инфобоксе. Так что читайте, как получить эту скидку. Все увидите. Также в Grand Stock вы можете заказать единственный товар, что немаловажно. Здесь нет какой-то суммы, на которую вы должны сделать заказ. И еще вы получите, возможно, сразу не оплачивать, а оплатить товар при получении на почте. Ну, а я вам сегодня подробнее расскажу, конечно же, вы увидите процесс, как можно красиво сделать обычную сорочку дешевую за 470 рублей вот в такое королевское платье. Ну и, конечно же, покажу товары, которые я заказала в этом прекрасном интернет-магазине. Так что, кому интересно, оставайтесь. Итак, дорогие друзья, покажу вам ночную сорочку, мою вдохновительницу, надеюсь, что и вашу. Покажу, как изначально выглядела эта прелесть. Ну, а то, что получится, вы уже или видели, или я покажу немножко позже. Итак, сорочка от Grand Stock. Размер 52, это 100% хлопок, я бы сказала, такой хлопок на трикотажной основе. Хлопок похож на трикотаж. Вот такая незамысловатая ночная сорочка с таким вот вырезом, завышенная талия, нежненькая, все очень просто. А силуэта. И теперь давайте покажу, что же я собираюсь сделать из этой сорочки. Примерять не буду на себе пока что. А вот когда сорочка пройдет свою метаморфозу, у нас получится либо королевская сорочка, либо красивое платье. Итак, что же я придумала? Начинаем колдовать. Вот такая красота у меня вырисовывается, и наша сорочка за 469 рублей из хлопка, по-моему, 469 рублей она стоила, если я не ошибаюсь. Все ссылки на товары я, конечно же, оставлю в инфобоксе. Не забывайте про скидку, о ней тоже информация будет там же. И посмотрите, как наша такая дешевенькая, такая простенькая сорочка превращается
я повторюсь, либо в королевскую сорочку, но я собираюсь носить эту сорочку как платье. Смотрите, какую заготовку я сделала. Итак, я связала вот такое нежнейшее кружево крючком. Схема этого кружева есть во вкладке «В сообщество», и там вы это все можете найти. Вяжется просто и легко. Эту же схему я применяла в своем топе, он уже готов. Я обязательно вам покажу и расскажу. И мне так понравилось это кружево, что я решила сделать из этой сорочки красивейшее платье. И ремешок уже готов. И связана вот такая длинная полоска для того, чтобы пришить это кружево к низу нашей сорочки, и получится поистине красивейшее платье. Вот так вот, включив немножечко фантазию, конечно же, нужно будет поработать. Вязала я это кружево где-то неделю, ну, скажем так, с переменными перерывами по обстоятельствам. И вот сейчас я пришью это кружево снизу. И вверху тоже это сырой вариант. Я просто положила, еще ничего не пришивала. Здесь, возможно, даже пришью вручную, потому что здесь вы видите вот такая окантовочка, в которую просто можно сейчас крючочком поработать и пришить уже готовое кружево. Ну, а там посмотрим. Может быть, тоже пристрочу это все на машине. Друзья, я думаю, что вы вдохновились этой сорочкой и этой работой. Я повторюсь, что это кружево ручной работы. Я думаю, что вот так вот, если вы кому-то, может быть, хотите сделать подарок, купив за 500 рублей, округлим даже в большую сторону, такую вот прекрасную сорочку. Ушло на это кружево около 50 грамм. Я взвешу точно, позже скажу. Это итальянский ирис от Кутнор. Сейчас покажу вам этот моточек. Вот это тоненькая-тоненькая пряжа. Использовала я ее для вязания этого кружева. Все, что у меня осталось от... Ну, начатые моточки были, и еще вот столько, может быть, еще куда-то применю. Короче, сразу пристроились остатки пряжи, появилась на свет вот такая красота. И еще у меня планы, это вот рафия, может быть, свяжу поясок, очень красиво сюда подходит, или, может быть, сумочку. Два моточка у меня этой рафии. В общем, что-то придумаю к этому красивому образу, и получится очередной шедевр. Не побоюсь этого слова. Грандсток. Вы просто кладезь для вдохновения. Можно найти у вас на сайте кучу всяких сорочек, платьев. Немножко приделать, так скажем, руки, включить фантазию, и получается, ну, на мой взгляд, ну, просто неимоверная красота за дешево. Итак, друзья, на кружево ушло 45 грамм, ну вот 44-45 мигает там. Короче, вам понадобится всего один моточек вот такой вот пряжи. Этикетки на белую пряжу у меня нет, но зато есть вот такой цвет. Вот так вот выглядит эта пряжа. Кто вяжет ирландское кружево, те знают. Это итальянский ирис от... Вот тут написано Вилтус, но я его почему-то запомнила как Кутнор. Ну ладно, в общем, вы видите, как выглядит этикеточка этой пряжи. Это 100% хлопок, 450 метров в 50 граммах. То есть это достаточно тоненькая пряжа для кружева, самое оно. Я ее использовала для сеточки в ирландском кружеве. Значит, 900 метров получается в 100 граммах. Очень тоненькая пряжа. Кружево я вязала крючком 1,25.
Халат женский 1069 рублей. Я заказала 54 размер, но я думаю, что маломерит все-таки. На размер больше заказывайте, у меня сейчас где-то 52. А вот такая фирма Натали 37. Уже не один товар я заказывала от Натали и всегда оставалась довольной. Значит, здесь состав 80% хлопок, 20% П. Ну, такой велюровый материал, вот вы видите. Очень классненький халатик, хочу вам сказать. На мне вы уже посмотрели, как сидит. Не очень длинный, хочу сразу заметить. Рукава 3/4. Все швы хорошо заделаны, нитки нигде не торчат. Так что, друзья, рекомендую. Не забывайте про 15% скидку. Как ее получить, я оставлю в инфобоксе. И мы идем дальше. Дальше я заказала вот такое громаднейшее полотенце. Там есть размеры поменьше, но я заказала самый большой размер. Соответственно, отсюда такая цена. Размер, чтобы можно было после бани укутаться. 1 на 1,50 м. Это, можно сказать, практически простынь. Цену вы видели, отнимите 15% отсюда, 1139 рублей. Сейчас я это распакую, и мы посмотрим получше. Посмотрите, какая красота. Качество на высоте. Громаднейшее. Очень приятно. Есть разные расцветки. В общем, вот такое класснючее махровое полотенце. Ну и последний товар, который мне пришел от Grandstock, это вот такое постельное белье. Как вы видите, у меня уже это второй комплект. И вот такое покрывало, которое называется Voyage. Это тоже был ивановский текстиль, уже не помню от кого. Но я собираю коллекцию. Теперь у меня есть такое покрывало и такой же еще один комплект постельного белья. Я люблю белье сатиновое. Да, конечно же, цена дороговата, но зато это качество. Постельное белье Евро-1, размер Евро. Вот вы видите, 2822 рубля. Очень красивая, компактная упаковка. В общем, друзья, у меня собрался вот такой уже комплект. Два комплекта постельного белья и покрывала. Я не буду распаковывать, потому что есть идеи. Может быть, это постельное белье пойдет либо в подарок, либо еще, может быть, в другой дом. Поэтому распаковывать пока не буду. Но качество товара на высоте. Поверьте мне, сейчас вот если я, может быть, вот так отклею и тихонечко достану, чтобы вам показать. Да, это сатин. Друзья, это сатин. Вот вы видите качество. Классно. Все как на картинке. Я так понимаю, что там вот такая шоколадная простынь. И вот такой, вот вы видите, простынь и наволочки вот таких двух цветов. И вот такой пододеяльник с Эйфелевой башней. В общем, вот, с любовью к дому.
Ну, а я еще раз от всей души благодарю Grandstock за предоставленные товары. Понравилось буквально все. Рекомендую, друзья, вам этот интернет-магазин. И не забывайте про 15% скидку. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.